Свои навыки продемонстрировали как мужчины, так и женщины. Соискателями наград стали 100 атлетов. Они представили 8 команд. Соревнования носили отборочный характер. Спортсменов ожидает чемпионат Казахстана, который пройдет в Жезказгане в конце февраля. До конца февраля месяца у нас есть время. Мы будем сейчас собираться, будем учебно-тренировочные сборы проводить. Нам надо больше внимания уделять на именно техническую борьбу, где именно реакция должна быть очень сильная, быстрота, все должно быть в комплексе. Высокие цели есть кому достигать, ведь в рядах участников областного чемпионата значились спортсмены с самыми высокими регалиями. Выступали даже мастера спорта. Соперничества хватает. Конечно, друг друга не знают, какие приемы, но они стараются друг друга выигрывать. Ну, кто сильнее, тот выигрывает, конечно. Жанас Усабаев является одним из самых титулованных борцов. В его активе победа на Евразийских играх, участие в чемпионате мира. Ему дважды покорялся главный старт страны. Но парень решил, что этого мало. Республиканскую вершину он намерен взять вновь. Я уже давно не боролся, сейчас начал обратно бороться. С работы не получается. И у меня такая мечта для меня. Хочу третий раз выиграть Казахстан. Мастерство, приобретенное за 13 лет занятий, Жанас не растерял. Он оказался гораздо сильнее соперников. Все свои поединки спортсмен завершил досрочно. Стоит отметить, что мужчины оспаривали звание чемпионов в 9 весовых категориях, женщины в 5. Теперь сильнейших борцов для успешного выступления на главном старте страны ожидает месяц изнурительных тренировок.